Россия предоставит Кубе государственный кредит в размере 1 миллиарда 200 тысяч евро для финансирования строительства 4 блоков ТЭС на ее территории. Документ по итогам встречи российско-кубинской комиссии подписали Антон Силуанов и заместитель председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисес. Подписи поставили еще под одним соглашением о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования модернизации и расширения металлургического завода. Кроме этого, подписан целый пакет документов. Детали сообщил первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Сегодняшние соглашения, они являются прорывными, потому что Россия идет на подписание контрактов в условиях довольно-таки серьезных жестких санкций, которые направлены против нас, и ограничения доступа к кредитным ресурсам. В российском руководстве есть полный консенсус относительно принципов и форм взаимодействия с Республикой Куба, огромной пользы, которую это принесет и народу Кубы, поскольку на 25% фактически увеличится энерговозможности острова Свободы, а для Российской Федерации это огромные возможности для возвращения на Кубу своими технологиями, своей промышленностью. Кредит будет использоваться Кубой для финансирования 90% стоимости каждого контракта на поставку товаров, выполнение работы, оказание услуг, заключенного между российской и кубинской сторонами.